Здравствуйте, дорогие друзья! Я всех очень рад приветствовать. Меня зовут Илья Гатлинский, я священник Православной Церкви в Америке. И сегодня у нас в гостях Андрей Александрович Кострюков с очень интересным докладом, связанным с выходом в свет его последней книги, последней работы, посвященной главе Русской Зарубежной Церкви митрополиту Филарету. Андрей Александрович, очень рад вас приветствовать. Добро пожаловать. Спасибо, что нашли время к нам прийти. Ну и без дальнейшей задержки передаю слово вам. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие отцы, братья и сестры. Я хотел рассказать о своей работе. Постараюсь уложиться в достаточно короткий промежуток времени, чтобы потом ответить на вопросы. Думаю, их будет много, потому что проблем, поднятых в настоящее время, достаточно много. И слишком много вопросов, на которые нет ответа. Мы знаем, что, к великому сожалению, но это наша проблема. Это мифология вместо истории. Folk history, как характеризовал современный историк Дмитрий Володихин. Так и есть. Мы постоянно наблюдаем, когда церковная история извращается, когда придумываются мифы, выгодные той или иной стороне, той или иной власти. И, конечно, с этим надо бороться. Ну а как бороться, кроме как словом правды? Уж не так долго мы живем на свете, думается, чтобы еще этот короткий промежуток времени кому-то угождать. Вот это, пожалуй, мой принцип, которому я следую в своих работах и пытаюсь ответить на многие неудобные вопросы. Их действительно очень-очень много. Историей Русской Зарубежной Церкви я занимаюсь достаточно давно, уже, наверное, тому лет 15, но вот уже вышли мои книжки по истории зарубежной церкви при патриархе Тихоне. Вторая была посвящена истории зарубежной церкви с 1925 по 1938 год, то есть до Второй мировой войны. А тут историю зарубежной церкви нельзя объяснить без всевозможных и очень грустных конфликтов с американской митрополией и западноевропейским экзархатом. Затем это третья книжка с 1939 года по 1964 год «История зарубежной церкви». И тоже проблем здесь очень много. Тут и Вторая мировая война, и начало Холодной войны, и новые проблемы во взаимоотношениях между ветвями русской эмиграции. Но вот теперь, наконец, дошла очередь и до периода, который, на мой взгляд, является очень сложным. Приходилось слышать, что все-таки Русская Зарубежная Церковь, с которой столкнулось именно наше поколение, которое мы помним, ну, это конец 80-х годов, 90-е годы, переговорный процесс, все-таки серьезно отличалась от зарубежной церкви, которая была создана митрополитом Антонием Храповицким и эмиграцией первой волны. И если первые главы зарубежной церкви, владыка Анастасий Грибановский и первый глава, владыка Антоний Храповицкий, дорожили идеей единства с мировым православием, старались поддерживать контакты с инославным миром, то вот все-таки наступил такой перелом, уже свидетелями которого мы были. Да, я имею в виду вот печальные события 90-х годов, это параллельная иерархия на родине и вместо сближения еще большее отдаление. Но все-таки когда-то же этот перелом должен был случиться. И думается, что вот самые ключевые, самые знаковые годы – это период правления владыки Филарета Вознесенского, то есть период с 1964 по 1985 год. И почему этот период был таким сложным? Почему зарубежная церковь отдалилась и от мирового православия, и от русской церкви в Отечестве?
Виноваты здесь были кто, сами представители зарубежной церкви? Или же наоборот, сама ситуация в мире была такой, что по-другому действовать было просто нельзя? Вот такой вопрос, который, понятно, очень сложен. И наверняка, да, я это уже как-то вижу и замечаю, недовольные появляются с разных сторон. И кто-то там считает, что во всем виновата зарубежная церковь, а московский патриархат во всем был прав. Другие считают, что наоборот, русская зарубежная церковь действовала абсолютно правильно и отделилась. Вот нужно же все это распутывать, а при том, что не так уж и доступны документы, и мы прекрасно знаем, что даже там Шатилова в своей книге «Столб огненный» обращала внимание, ой, не Шатилова, а да, Шатилова в интервью, которое было приведено в книге «Столб огненный», обращала внимание на то, что многие документы просто пропали, были расхищены. И в результате есть целая масса пробелов. И, к большому сожалению, порой и до сих пор, разговаривая с представителями русской зарубежной церкви, ну, а также других людей русской эмиграции, ну, просто вот сталкиваешься с тем, что действительно слишком много тумана, слишком много неясностей по целому ряду вопросов. Ну, я приведу вот один из таких примеров, да, мне кажется, так достаточно безобидный. В московском патриархате, ну и вообще в постсоветских учебниках говорилось неоднократно, и отсюда эта информация перешла и в интернет, и повсюду, что зарубежная церковь канонизировала инославных христиан, которые пострадали вместе с царской семьей, либо за царскую семью. И это уже считается, ну, каким-то фактом, который и не должен оспариваться. Но дело-то в том, что вот заглянув в материалы подготовки к канонизации, ну, я вижу, что имен инославных нет, они были вписаны в черновики от руки, что в 1981 году, когда канонизация состоялась, то не было там имен инославных в списке. Когда этот список был наконец-то опубликован, полный список новомучеников в 1999 году, тоже там нет инославных среди новомучеников российских. А вот когда объединились с московским патриархатом, заглядывая в календарь, они откуда-то появились. И московский патриархат никакого разрешения на это не давал. Вот кто внес, откуда это появилось? Как вообще шел процесс прославления новомучеников? Вот это только один из целого ряда вот таких вот туманных, нераскрытых вопросов. Конечно, хочется во всем этом разобраться. И я, конечно, всегда стоял на позиции, стою на ней сейчас, что границы между церковными юрисдикциями до неба не доходят. И такую идею высказывал святитель Иоанн Максимович, который прямо говорил, что ставить Евхаристию в зависимость от юрисдикции – это просто ересь. Сколько мы знаем в истории случаев, когда даже великие святители конфликтовали друг с другом, разрывали общение, и церковь признает и их святителями, и церковь признает единой. Всякое бывало в нашей истории, это не должно смущать, и те конфликты, которые у нас возникали в 20 веке между Московской патриархией и владыкой Евлогием в Западной Европе, между Московской патриархией и североамериканской митрополии, впоследствии православной церковью в Америке, между Москвой и русской зарубежной церковью, затем между зарубежной церковью и другими ветвями. Ну, все это человеческое, наносное, и необходимо не вставать на чью-то сторону, а совершенно спокойно, отстранившись, ну, попытаться все-таки выяснить, кто прав, кто виноват.
потому что, исследуя вот эти вопросы, мы постоянно натыкаешься на то, что стороны просто начинают обвинять друг в друга. И дело-то в чем? Ну уж не так много нас православных на свете. И да, не так уж много тех, кто живет духовной жизнью. И вот мы живем в своем мирке и еще начинаем конфликтовать друг с другом. Но это, конечно, обидно, это грустно, с этим нужно что-то делать. И думается, что вот непредвзятый ответ на множество таких вот неприятных вопросов, он просто необходим, чтобы уже в будущем ошибок не повторять. Нам необходимо единство. И при этом очень важно, как мне представляется, ни в коем случае не скрывать чьих-то ошибок. Мы уже неоднократно видели, когда чью-то ошибку скрывают, потом это все равно всплывает, вылезает наружу, и в результате идет просто очередная дискредитация церкви. Мне очень нравится такой маленький, малоизвестный памятник, который находится в Виттенберге, в Германии, в городе, где проповедовал Лютер. Там есть памятник правде. Памятник представляет собой такую пластину, которая приподнимается под напором некой силы, выходящей снизу, выходящей снаружи. Памятник символизирует то, что как не закрывай правду какими-то плитами, все равно она вылезет. И зачем это нужно, особенно если речь идет о жизни церковной? И вот моя задача была ответить на эти вопросы. Я, конечно, не исключаю того, что по каким-то вопросам в каких-то вот моментах я не обладал полнотой информации, и что-то на самом деле осталось вот за рамками исследования. И, может быть, даже наши там, потомки или, Бог даст, и современники как-то распутают некоторые вот такие узлы до конца. Но все-таки надо было кому-то поднимать этот вопрос рано или поздно, потому что я вижу, что, в общем-то, у нас, если мы берем русскую церковь, то история пишется тут либо в виде обзора, либо все-таки с таким прицелом как-то все оправдать и все сгладить. А вот сглаживать и оправдывать-то не нужно ни в коем случае. Ну, если мы берем русскую зарубежную церковь, ну, как мне представляется, больше тут мы имеем дело с обзорными трудами, а вот не с каким-то анализом. Вот, и попытавшись ответить на все эти неудобные, на все эти неприятные ответы, конечно, пришлось затронуть самые разные аспекты деятельности зарубежной церкви. Ну вот по поводу канонизации новомучеников. Да, действительно, насколько же тут важно понять, вот чем руководствовалась комиссия по канонизации. И, ну, как мы знаем, там уже прошло у нас 14 лет после объединения Московского патриархата и Русской зарубежной церкви, а тем не менее, ну, вот согласования в святцах нет, и как-то все это пущено на самотек, что пусть будет как будет, но на вопросы тоже отвечать и не следует. Ну и вот в результате там всевозможные противоречия и, опять же, всевозможная информация противоречивая, ну а иногда, к сожалению, и ложная. Другой момент – это момент, который у нас тоже сейчас как-то замыливается, затирается. Я могу привести в пример вот даже базу данных Свято-Тихоновского православного университета, где я работаю. База данных новомучеников, она охватывает период до начала 50-х годов, до смерти Сталина. Но вот дальше как-то и не идет. Никто о пострадавших в хрущевские годы, а тем более в брежневские годы,
и даже в андроповские и горбачевские годы как-то не пишет. Ну, почему-то вот считается, что те, кто тогда выступал, это уже народ такой несколько сомнительный. А ведь среди тех, кто пострадал тогда за веру, были достойнейшие люди. Борис Талантов, архимандрит Амвросий Юрасов, отец Александр Пивоваров. Да много-много таких было людей. По подсчетам русского правозащитника и узника брежневских лагерей Белова, там десятки священников православных, вот, московского патриархата, это уж не говоря об униатах и катакомбных пастырях, находились вот только в мордовских лагерях и во Владимирской тюрьме в конце 60-х, начале 70-х годов. А что было по всей стране? И вот этот вопрос, как тоже, к большому сожалению, мало кого интересует, а ведь следует все это изучать. Русская зарубежная церковь в этом отношении сделала немало и публиковала на своих страницах и имена, фамилии тех, кто пострадал, а некоторые пострадали даже до смерти. И разве не наша задача вот сейчас выявлять именно тех, кто пострадал тогда? Там последнее дело, это 1986 год отца Сафронова. И сколько еще нужно всего сделать? Но вот, к сожалению, как-то у нас был задан этот вектор, что те, кто выступал вот против несправедливости, это исключительно там люди сомнительные, да, и у которых потом судьба сложилась трагично, как у священника Глеба Якунина, что вот как-то никто за эту тему и не берется. И пусть даже у нас очень многое до сих пор закрыто, я имею в виду архивы, но даже по открытым материалам можно найти очень многое. И мы должны благодарить Русскую зарубежную церковь, что она как раз этим занималась. Затем русские катакомбы. Катакомбное движение, что оно собой представляло? Понятно, были очень мощные общины и такое серьезное подпольное движение, но проблема-то в том, что это движение было разрозненным, и не было иерархии, а в зарубежной церкви считали, что эта иерархия есть. И вот тоже этот вопрос обсуждали, обдумывали, ну, на самом-то деле как? И, ну, как известно, зарубежная церковь все-таки поставила архиерея для русских катакомб в 1982 году, но ведь это тоже нуждается в оценке. И, ну, здесь я в дополнение скажу, что московский патриархат в конце концов поставленного зарубежной церковью иерарха владыку Лазаря Журбенко все-таки признал и рукоположенных им признал. И все это уже, конечно, намного позже. Но вот да, вопрос каноничности и вопрос о границах церкви. Но как тут с ним не соприкоснуться? А еще один очень интересный догматический вопрос вот относительно действия благодати в инославных сообществах. Ведь зарубежные церкви тоже его обсуждали в тот момент. Ну, как мы знаем, например, из постановления юбилейного архиерейского собора 2000 года, все-таки церковь не берет на себя ответ на вопрос о том, а есть ли благодать в инославных сообществах, что признают промысел Божий, но тот факт, что у нас инославных принимают разным чином, через крещение, через миропомазание или через покаяние, это просто значит, что все-таки признается разная степень благодатности. Где-то и священный сан признается, где-то нет. А вот параллельно с этим в зарубежной церкви очень жестко в те годы отстаивается другой принцип, ну, который есть и у святых отцов, а в 20 веке очень жестко этот принцип отстаивал священномученик Иларион Троицкий, что вне церкви вообще благодати нет, таинства не совершаются,
И они задним числом включаются, становятся действенным только в тот момент, когда этих инославных принимают в церковь. То есть неважно даже, каким чином их принимают. Через крещение, через покаяние. Главное, что вот до вступления в церковь благодати у них не было. И митрополит Филарет Вознесенский, он был приверженцем именно такой теории. Ну, надо, правда, тут дополнить, что он и к московскому патриархату применял подобный принцип и относился к благодатности московского патриархата очень скептически. Но в целом все-таки, да, вопрос этот не был однозначным. Да и до сих пор, ну, можно сказать, что по-разному относятся к этой проблеме. И, наверное, еще будет обсуждаться неоднократно. Отношения с московским патриархатом – следующий интересный вопрос. Ведь и московский патриархат в эти годы пытался осудить русскую зарубежную церковь. Это хорошо известно. И ну, из этого ничего не получилось, к счастью. Но ведь со стороны русской зарубежной церкви были резкие выпады против московского патриархата. Известны скорбные послания митрополита Филарета. И тем не менее и зарубежная церковь, несмотря на резкие отзывы, все-таки безблагодатным московский патриархат не признала. Вот что тоже очень важно, а ведь тогда все находилось просто на грани вот этих непродуманных шагов. Отношение к мировому православию, отношение с Константинопольской церковью. Та, вот это на фоне действительно волны такого крайнего экуменизма, когда и патриарх Атинагор снимает прещение с католической церкви, да, наложенное в 1054 году, ну, а с другой стороны, римский престол снимает эти прещения. А с другой стороны, вот этот момент, который вызвал возмущение в православном лагере, это разрешение московского патриархата причащать римокатоликов в православных храмах, да, в случае, если поблизости нет у них храмов католических. Ну, правда, тут уже давно замечено, что митрополит Никодим Ротов, он начал причащать католиков, причем в Риме, где храмов-то было огромное количество вокруг, причем до синодального постановления. И вот как к этому относиться? Ведь и тогда была полемика. Святая гора Афон, Элладская церковь, другие поместные церкви были возмущены вот этим решением московского патриархата. Это решение было отменено в 1986 году, и в любом случае, да, это такой прецедент очень важный, интересный и, конечно, тоже достойный обсуждения. Ну вот, как к этому относиться? Что ж, получается, это было евхаристическое общение в тот момент, или это экономия? Но зарубежная церковь заявляла, что экономия служит, должна служить пользе для церкви, а в данном случае вряд ли какая-то была польза. Экономия оправдана тогда, когда человек приближается к православию, а если экономия направлена на то, что инославный убеждается в своей правоте, это уже взгляд должен быть совершенно другим. И разве это не повод там для таких грандиозных конференций? Разве это не повод для целых диссертаций? Вот, так что это тоже, знаете, проблема, как мне представляется, очень и очень серьезная. Ну вот, как представляется мне, что вот в тех условиях проблема была, с одной стороны, в том, что со стороны мирового православия делались опрометчивые, необдуманные шаги в сторону инославия, а с другой стороны,
и вокруг митрополита Филарета Вознесенского возросла целая группа ревнителей, которые вот не понимали всей глубины этой проблемы и предпочитали просто разорвать отношения со всеми и вот уединиться, не понимая, что такое уединение, оно вредит скорее православию, потому что оно просто закрывает православие от мира. Но, с другой стороны, осуждать их тоже нельзя, потому что ну, на фоне тех шагов мирового православия, о которых я сказал, действительно, там ревнителей в чем-то можно понять. Ну вот как к этому относиться? Тоже, в общем-то, вопрос открытый. Ну, завершая вот свою вступительную речь, я все-таки скажу, что ну, все-таки я делаю вывод, что нужно относиться действительно вот, как-то со стороны к этой проблеме, что не было какой-то единой правильной дороги, что и действительно искушения для ревнителей были, но с другой стороны вот эта партия ревнителей, которая окружила владыку Филарета, ну я прежде всего тут имею в виду структуры, образованные архимандритом Пантелеймоном Митрополосом, они тоже повлияли на церковную жизнь и поспособствовали тому, что вот это единство, столь чаемое, столь необходимое православной церкви, в тот момент так и не состоялось. Вот, ну и все-таки еще о чем я хочу сказать, ну и, может быть, я тогда подробнее об этом расскажу, если будут вопросы на эту тему, это, конечно, вопросы относительно западноевропейской архиепископии и североамериканской митрополии. Их отношения с русской зарубежной церковью, конечно, я тоже рассматриваю, и тоже тут, ну, кроме грусти, ничего не возникает. И ну, нельзя было обойти здесь и взаимоотношения этих структур с московским патриархатом. Да, ведь тоже здесь ну, по-разному можно относиться к политике, которая, ну, на мой взгляд, просто стала рассматриваться как нечто более высшее, чем правда Христова. Вот в чем я тут вижу трагедию. И там, говоря о некоторых деятелях православной церкви, ну, я все-таки должен констатировать такой факт, что там некоторые люди со стороны, читая это, ну, просто приходят в некое состояние шока и говорят, а вот этот человек, он на самом деле был православным, потому что политика для него значила больше. И я, конечно, рассматриваю все эти вопросы, но, правда, через призму отношений русской и зарубежной церкви. Но обойти это было тоже нельзя. Ну, а затем это, конечно, и отношения с Константинополем, отношения, которые сейчас особо актуальны. И очень просто сказать, что там, виноваты те, а виновны другие. И, ну, как правило, ты не как правило, а практически всегда – мы правы, а наш противник виноват. С нашей стороны все идеально, все безукоризненно, а вот да, наш оппонент, он плох. У нас разведчики, у них шпионы. Да, как-то вот так. Но на самом деле-то ошибки были с разных сторон. И неблагоприятные, неприятные моменты тоже были всюду. Нельзя этого скрывать. Вот я на эти вопросы тоже постарался ответить. Вот, ну, пожалуй, я на этом вот закончу свое выступление. И дальше просто я уже готов ответить на вопросы, которые более интересны нашим слушателям.
Большое спасибо за ваше вступительное слово. Очень признателен. Я бы, как клирик бывшей русской автокефалии североамериканской и сейчас Православной Церкви в Америке, все-таки хотел бы узнать вот ваше мнение, поскольку я довольно много слышал, исходя из личного опыта, от духовенства как бывшей митрополии, так и русской зарубежной церкви, но в основном это все сводилось к каким-то обидам, опять же, теоретическим, потому что я не застал никого, кто реально принимал участие в этом Кливлендском соборе и прочее. Ваша оценка на основании тех архивных материалов, с которыми приходилось работать, в чем же все-таки причина разделения? Это первый вопрос. И второй, насколько действительно личный конфликт между митрополитом Антонием Храповицким и в свое время митрополитом Платоном привел, или, скажем, наложил отпечаток на то, что эти две части Русской Православной Церкви так и никогда не смогли прийти к какому-то консенсусу. Насколько тени этих людей давлели над дальнейшими историческими событиями? Спасибо. Да, спасибо большое за вопрос. Я скажу так, что все-таки вот то, о чем вы спросили, я анализировал в прошлых книгах, не в той, о которой сейчас идет речь, тут все сложнее, но если мы углубимся в прошлое и вот поговорим о причинах вот этого печального разделения, то здесь, на мой взгляд, просто разное понимание пути. Для американской православной епархии это было прежде всего американское православие, несение православия в массы, вне зависимости от политических убеждений, вне зависимости от каких-то взглядов. Главное вот распространить православие, создать эту американскую православную церковь, которая, конечно же, была очень-очень нужна. А у зарубежной церкви была идея совсем другая, тоже благая, но совершенно не вписывающаяся вот в это американское понимание. Это идея о том, что нужно вот хранить церковь неповрежденную, русскую, православную, за границей. Ведь у нас как на родине это получилось, что в 22-м году вообще церковь русская, Московская патриархия оказалась вне закона. Там за поминовение патриарха Тихона можно было и отправиться и в тюрьму, и в ссылку. И было велено считать законной церковью обновленческий раскол. Но вот на этом фоне русская зарубежная церковь, конечно, попыталась взять на себя вот роль этого православного ядра, чистой неповрежденной церкви. Ну, затем вроде бы вот все это отошло на второй план с освобождением патриарха Тихона. Но затем это компромиссная политика митрополита Сергия Старгородского, она не была принята многими и на родине, там блестящие иерархи, святители, монахи, священники отказались от признания политики владыки Сергия Старгородского. Многие из них причислены к лику святых, но на родине они все были перебиты. Ну, там единицы пережили сталинщину, там святитель Афанасий Сахаров и там некоторые другие. В основном-то в годы вот, первых сталинских гонений конца 20-х, начала 30-х годов, большого террора конца 30-х годов, все вот такое ревностное духовенство было просто уничтожено, ликвидировано. Ну, а зарубежную церковь достать они не могли. И вот зарубежная церковь несла именно эту функцию. Вот в чем она видела свою задачу. Это прекрасная, нужная задача. Они говорили о гонениях, говорили правду, но вот эта задача была совершенно противоположной той, которую видели перед собой православные американцы. И вот здесь, на этой почте, тут уже как-то найти общий язык не удавалось. Понятно, что североамериканская митрополия, она шла и действительно на какие-то принципы экономии, ну, как впоследствии относительно календаря, относительно там, порядка богослужений, да, каких-то появления новых традиций.
А зарубежная церковь, если уж она считала себя хранительницей дореволюционного наследия, понятно, этого принять не могла. Вот в чем на самом деле коренная проблема вот этого разделения. И личный конфликт между владыкой Антонием и митрополитом Платоном здесь, думается, большой роли не сыграл. Вот как пример, я приведу другой конфликт между митрополитом Антонием Храповицким, главой РПЦЗ, и митрополитом Евлогием Георгиевским, западноевропейской архиепископии. Ну, был этот конфликт, но и потом же помирились. Все вроде бы пошло благополучно, но все равно лично-то примирились и даже попытались общение наладить. Но вот если был взят вот этот разный вектор в Западной Европе и на Балканах, то уже вот личные отношения слишком большой роли здесь не играли. И это уже просто такой необратимый исторический процесс, как мне представляется. Так было нужно, это не должно смущать автора жития святого апостола Варнавы. Да, это житие приведено в сборнике святителя Дмитрия Ростовского. Он, например, так описывает, да, конфликт апостола Павла и апостола Варнавы, что этот конфликт был нужен, так, по промыслу Божию, для того, чтобы, идя разными путями, они больше людей обратили ко Христу. Вот, наверное, здесь произошло то же самое. Чтобы нести Христа, нести свет православия разным народам, с разным менталитетом, это разделение было просто необходимо. Я и вижу это так. Спасибо. Насколько вы видите или прослеживается документально, так или иначе, если вообще в принципе это можно сделать, трансформация русской зарубежной церкви, и, может быть, перемены при владыке Филарете отчасти связаны с этим, тем, что, по крайней мере, в Северной Америке зарубежная церковь очень сильно изменилась из-за большим наплывом так называемых перемещенных лиц, бывших военнопленных Красной Армии, депортированных, то есть всех тех граждан Советского Союза, которые не были выданы обратно на советскую родину, которые смогли попасть в Америку, ну или, может быть, не сразу, а посредственно через страны Южной Америки и прочее. То есть все-таки зарубежная церковь после Второй мировой войны, она довольно сильно отличается от того, что она из себя представляла в период между Первой и Второй мировой, ну или между революцией и Второй мировой войной. Да, это сыграло огромную роль, безусловно, что все-таки эмигранты первой волны старели, их потомки уже относились спокойнее к советскому государству, то есть были уже более миролюбивы. А те, кто пришел за границу, там в Южную Америку и в Северную Америку после Второй мировой войны, это были люди, которые уже на себе испытали вот всю сущность этого людоедского режима. Они видели и раскулачивание там, конца 20-х, начала 30-х годов, они видели эти страшные репрессии начала 30-х годов, видели страшный голод 30-х годов, да, этот голодомор. Там 7 миллионов человек, это даже Российской Государственной Думой признаны. Вот это количество этих жертв. И там уже не говоря о том, что и количество населения у нас вместо роста при той многочисленной рождаемости середины 30-х годов упало на несколько миллионов человек вот последствия голода и репрессий. Люди, которые помнили большой террор, ну и затем видели все эти ужасы войны и бездарность вот этого сталинского руководства в начале войны, когда вот он там понабрал своих там, героев так называемой гражданской войны наподобие Ворошилова и Буденного, которые там просто погубили все. Это массовая сдача народа в окружение, это в плен, значит, окружение, это за несколько месяцев уже немцы дошли до Москвы, до Волги. И, конечно, они все видели весь этот ужас, и они, конечно, хранили ненависть и к советскому государству,
и, естественно, были более радикальны, чем представители первой волны эмиграции. Те уже были такими добренькими в основном. А эта вторая волна эмиграции, она более непримирима. И потому-то Южная Америка, она и стала, пожалуй, эпицентром такого сопротивления, ну, не только советскому режиму, но, к сожалению, Московской патриархии. Ну, и все прекрасно знаем, что ведь после объединения Московского патриархата и Русской зарубежной церкви, ну, какой-то определенный процент, 20%, примерно. Это те, кто отказался от воссоединения, и в основном это те, кто находится в Южной Америке. И это же не случайно. Да, все-таки здесь вот было предоставлено политическое убежище после войны тем, кто уходил из Советского Союза, либо попал в плен. Так что, ну, безусловно, безусловно, идеи Русской зарубежной церкви, непримиримой к советскому государству, были для этих людей более близкими. А вот такая миссионерская направленность православной церкви в Америке, ну, была не совсем понятна. Ну, конечно, тут можно на это сказать, что главное – это несение христианства, и тут американская церковь, наверное, была более права, что вот устранилась от таких вот вопросов мирских, неприятных, и больше занималась христианским просвещением. Да, можно так сказать, но с другой стороны, ведь можно понять и зарубежную церковь. Потому что если бы не она, то никто бы вот так жестко о гонениях не говорил. Ну, я сразу предупреждаю, я ни в коем случае не хочу сказать, что западноевропейский экзархат, владыки Евлодия, владыки Владимира Тихоницкого или североамериканская инотрополия молчали о гонениях. Нет, конечно, не молчали, но все-таки зарубежная церковь здесь была на первом месте. И ведь можно обратить внимание на что? До войны там действовала Лига Теодора Абера, который собирал данные о советских преступлениях и для будущего процесса над этим режимом. Это, наконец, все-таки какая-то поддержка иммигрантских довольно сильных организаций, РОВС, НТС и так далее. Но это некоторая поддержка православных церквей. А вот в послевоенные годы уже ситуация поменялась, и тут уже не было таких сильных иммигрантских организаций. Дальше большинство поместных церквей оказалось в границах советского социалистического лагеря и уже не могли зарубежную церковь поддержать. Ну, конечно, поддерживали, как могли, например, сербская церковь, но все равно они вынуждены были оглядываться на свое тоталитарное руководство. Вот, и, конечно, государство. Ну что ж, отец Александр Шмеман в своих дневниках просто с возмущением пишет, что лидеры свободных, цивилизованных западных стран заискивают перед Мао Цзэдуном, что вместо того, чтобы нести европейскую цивилизацию, вот они пытаются сдружиться с этими красными режимами, китайским, где были страшные антихристианские и антирусские гонения, и с советским государством, о котором и так все понятно. Вот как это объяснить? И зарубежная церковь в этом отношении осталась, ну, уж не скажу, что прям совсем единственной, но, во всяком случае, так на первом месте среди социальных институтов, который говорил правду, в том числе и о тоталитаризме. Вот в чем так особенность периода послевоенного, как мне представляется? Андрей Александрович, я скорее ввиду общей заметки, чем какого-то противоречия. Когда мы говорим о миссионерской деятельности русской митрополии в Америке, мы все-таки, за исключением Аляски и тот дореволюционного периода, все-таки, я не знаю, наверное, должны как-то быть более осторожны, потому что до отца Александра Шмемана активной миссионерской деятельности никто не вел, по большому счету, за редким исключением.
Все-таки после революции это стало юрисдикцией бывших униатов, выходцев из Западной Украины или из Словакии, да, то есть она сформировалась как, или называлась Русской Церковью, но по сути это было Словацкой Церковью, да, если уж так говорить, то есть вот, исходя из личного опыта, массовое прибытие обращенных из других христианских деноминаций или даже какие-то эмигрантские волны более позднего времени, они приходят в церковь уже гораздо позже. Вот, поэтому, если можно, все-таки вот как-то, опять же, я не хочу по теме, при Владыке Филарете это объединение уже было невозможно, но все-таки вот этот Кливлендский собор, когда все-таки более-менее все еще те же самые люди, которые имели общее дореволюционное прошлое, да, так или иначе, почему все-таки, как вам видится, то есть, если мы говорим о взаимоотношениях зарубежной церкви и американской метрополии 70-е, 80-е, даже, может быть, начало 90-х годов, тут как бы все понятно, да, то есть все вписывается в эти рамки. Но вот если говорить о более раннем периоде, из-за чего все-таки, как вам кажется, был вот этот вот конфликт? И не послужила ли невозможность объединения такому, если не усугубление, то обособлению русской зарубежной церкви и нежелание общаться с кем бы то ни было вообще в Америке? Да, большое спасибо, отец Илья. Да, значит, что я могу сказать об этом периоде, вот как раз 30-40-х годов и Кливлендским собором, после которого зарубежная церковь и североамериканская метрополия разделились. Это у нас 1946 год. Вроде бы казалось, что еще живы те, кто помнит Россию. И вроде бы менталитет должен был быть одинаковым. Но, наверное, думается то, что все-таки иерархия, что североамериканской метрополии, что русской зарубежной церкви, она, в принципе, готова была на объединение. Ну вот, думается, что отец Андрей Писарев это тоже подтвердит. Ведь после Кливлендского собора, который принял такое резко отрицательное решение относительно зарубежной церкви, архипастыри все-таки не спешили его подписывать и предпочли как-то все это свернуть, что со стороны, может быть, мирянского большинства в североамериканской метрополии действительно вот такая враждебность к РПЦЗ была более заметной, более серьезной, и при этом в сторону Московской патриархии стремились именно низы. Но думается, что это на волне вот пропаганды США и Советский Союз были союзниками в этой войне, и как-то антисоветская пропаганда, наверное, несколько снизилась. А наоборот, там из Советского Союза доносились какие-то разговоры, что нет никаких гонений, патриарха избрали. Многие вот попались на эту удочку. Но вот как мне представляется все-таки, что иерархия и духовенство, которое помнило дореволюционную Россию, они как раз были за единство зарубежной церкви. Ну, а вот уже, знаете, паства такая отдаленная от архиерейской мудрости, она шла своим путем, да, ну, как она представляла правильный. И думается, что да, те представители вот этого лагеря, которые были выходцами из Словакии, из Западной Украины, они тоже, в общем-то, и не видели необходимости в единстве с русской зарубежной церковью. У них были уже свои представления, тем более, что там уже был и немалый процент тех, кто русский язык забывал. И для них все вот эти вот проблемы русского будущего были просто непонятны. Вот как это представляется мне. Ну, так, подытоживая, иерархии были скорее за единство с РПЦЗ, низы скорее против. Но поскольку уже низов было как-то и процентно больше, и они имели право голоса, то такая более мудрая иерархия здесь ничего сделать не смогла. Вот как бы я это объяснил.
Спасибо. Отец Андрей Псарев, да, пожалуйста, дорогой. Спасибо. Отец Илья. Отец Илья. Благослови. Приветствую. Бог благословит. Рад видеть тебя, да. Таимно. Приветствую. Сейчас я включу видео момент. Что-то. Да, вообще не буду тратить время, пока оно сейчас включается. Приветствую Андрея Александровича. Я думаю, что здесь перспективно просмотреть такой момент, что сын владыки Феофила, он занимал важную роль в американской именно разведке. Он как раз был один из тех, кто посоветовал японскую церковь передать американской митрополии. У меня почему-то видео не включается, я не знаю, в чем дело. Unable to start video, да, потому что это отец Илья должен на его конце, если это нужно, он что-то должен настроить. Ну, в общем, как бы, в общем, фотография меня представляет довольно точно, так что тогда так пока. И сын полковник вот Парш, как он назывался, он участвовал в вопросе американской церкви, то есть зарубежной церкви на 7-м Всеамериканском соборе. И получалось, что в тех условиях связь зарубежной церкви, она компрометировала американскую митрополию, потому что она ни по какому не была нужна в это время. Это еще начало холодной войны, еще не было ясно, какой будет расклад. И подчиняться, вот входить в конфедерацию мигрантских церквей, как раньше это объяснялось, что именно митрополии в 43-м году стали поминать и патриарха Сергия, и митрополита Анастасия, и митрополита Феофила. А сейчас они Анастасия выкинули, потому что, в общем, ни по какому он был не нужен. Это Мюнхенский синод, который именно считался, ну, в общем, коллаборационистским. А я согласен совершенно с Андреем Александровичем и узнал из его книги о том, как владыка Виталий Максименко именно предлагал проект по типу епископалов, чтобы была и, так сказать, высокая церковь, и низкая церковь, чтобы мы сохранили единство, и что архиереи действительно хотели сохранить это. Тот же владыка Леонтий будущий, он в восторге писал о владыке Антонии Храповицком, будучи его клириком. То есть у них были уже такие связи глубокие, но время было против этого. Вот такой, ну вот как комментарий, который, так как отец, это Андрей Александрович помянул меня, вот я так отозвался на это. Да, большое спасибо, я с отцом Андреем полностью согласен. Да. Думаю, что нельзя тут эту проблему вот как-то вот так четко одним ответом сразу отсечь. Слишком много было переплетений разных интересов, и политику тут нужно учитывать, и там церковный расклад. Ну, потому-то тут, я думаю, еще по-хорошему не одну диссертацию надо написать на эту тему. Спасибо вам. Ну, спасибо вам. Опять же, исходя из личного опыта, так сказать, поделиться, просто хочу скорее как заметка, а не вопрос, что мой первый приход в Баффало, он состоял как раз вот из выходцев из Галичины, а вторая его половина была как раз теми самыми перемещенными лицами. И мне кажется, тут еще была важна очень, что называется, личность в истории, потому что священник, к тому времени уже человек довольно пожилой, он был выходцем из Киева, хотя считал себя русским и всех русских очень усиленно привечал. Да. А в других местах, где священники были другого происхождения, возникали параллельные храмы, которые, ну, принадлежали русской зарубежной церкви. То есть до своей смерти и после нее вот эта вот вторая волна русской миграции мощная, она продолжала оставаться в храме, хотя после его смерти некоторые ушли и основали приход зарубежной церкви. В Баффало большинство все-таки остались в приходе, я их даже застал. Да, то есть это вот приход был смешанный. Это довольно редкое явление на самом деле, так что, наверное, тут еще и такой личностный элемент сказывается, потому что конкретно тот священник делал для них очень много, да, вплоть до того, что договаривался с епископальной, с католической церковью о предоставлении каких-то займов, об устройстве на работу и прочее. То есть он очень активно такой социальной деятельностью занимался по их устройству и адаптации в американском обществе.
вот чего в других местах не было. И, наверное, в подтверждение того, что сказал Андрей Александрович, можно добавить, что действительно низы не хотели, потому что конфликт в приходе умер только со смертью всех, то, что называется, старожилов. То есть это разделение в приходе, оно полностью сохранялось. Не только по языковому принципу, потому что на самом деле даже те, кто по-русски не говорил, по-славянски не понимал, они все равно все настаивали на службах, как это говорилось, по-нашому. Да, то есть все равно этот славянский должен был сохраняться. Но тут был какой-то такой, ну, не знаю, можно ли его назвать идеологическим разладом или нет. Но тем не менее, вот такой водораздел действительно между двумя общинами, он присутствовал. Так что, наверное, такое интересное мое личное наблюдение пасторское или опытное, да, к тому, что Андрей Александрович сказал. Ну, отец Александр Шмеман в своих дневниках тоже пишет об этом чуть ли там не со слезами, что в североамериканской митрополии, да, уже к тому времени православной церкви Америки, там сохранялись русские приходы, и там возмущались даже одним словом сказанным по-английски, и то же самое было на англоязычных приходах православной церкви в Америке, где там возмущались, если какое-то там песнопение спели по-русски. То есть, ну, это, конечно, такая уже проблема психологическая. Мне вообще представляется, что вот это разделение между православной церковью в Америке и русской зарубежной церковью, если мы берем уже период 70-х годов, 80-х, оно больше носило психологический характер. Что там вот тоже почитаешь современников, но это просто абсолютно разное понимание мира, роли православия там на одном из соборов русской зарубежной церкви, там уже пишут в соборном постановлении об антихристе, который пришел в мир и который там где-то вот уже тайно существует, а там тот же отец Александр Шмеман в дневниках описывает вот свою беседу с отцом Георгием Граббе, где отец Георгий начал ему все это рассказывать, и отец Александр просто был в шоке и говорил, это знание эзотерической истории без понимания истории обыкновенной. Так что, ну где тут, да, при таком подходе говорить о каком-то мире? Вот что я хотел бы сказать по этому поводу. Дмитрий, да, пожалуйста. Спасибо, Андрей Александрович, спасибо вам большое за очень интересную беседу. С удовольствием прочитаю вашу книгу, найду ее. И хотел бы задать вам вопрос, такой небольшой вопрос-комментарий. Будучи сам уже более 40 лет в зарубежной церкви, мне повезло в живых застать еще первое поколение архиереев и пообщаться с ними. Это 80-е, 81-е, 82-е годы. Это владыка Антоний Сан-Франциский Медведев, владыка Нектарий Концевич, Сиадлийский, владыка Филарет, митрополит, помню его еще, и на его погребении был, и конечно, наш владыка Лавр и владыка Антоний Лос-Анджелосский, которого я очень почитаю. И я помню их мнение как раз и по поводу и зарубежной церкви, и московской патриархии, и будущих отношений. Но вопрос мой сейчас не об этом, а о том, что какую составляющую роль является во всем этом вопросе именно политика. То есть мы знаем о том, что как бы даже сама зарубежная церковь появилась в результате политики, то есть в результате переворота большевистского и раздробления страны, как, впрочем, и Элладская церковь, и другие конфликты, такие подобные ситуации. Но ведь Сталин создал Московскую патриархию во время Великой Отечественной войны именно как некую колонну себе после изменения курса на перманентную революцию. То есть, когда нужно было создавать уже социализм в отдельно взятой стране. И он использовал Московскую патриархию и церковь как некую себе опорную силу для этого и вполне удачно именно использовал. То есть, вот как вот патриархия до с того момента, в общем-то, всегда поддерживала государство. Но ведь то же самое, не то же самое ли сделал Путин сейчас в зарубежной церкви? То есть от осознания как бы вот этого осажденной крепости, кругом враги, используя церковь зарубежную, как вот, вот в Америке своей, в том патриотическом ключе, в котором сейчас, в общем-то, живет Московская патриархия. Ведь вот тот самый альянс, та симфония власти, которая происходит в нынешней России –
она ведь, мне кажется, еще больше, чем та, которая была во времена коммунистического ига. И опять-таки, мне кажется, самая большая ошибка и основа вообще, что произошло в современной России, это то, что не произошло системной декоммунизации. То есть нынешняя власть считает себя преемницей как бы советской власти России, наследницей, и, кажется, считает, что вообще распад вот этой империи зла – это большая трагедия. И, в общем-то, православная церковь России активно, мне кажется, ну, по крайней мере, в лице ее иерархии, эту идею поддерживает, которая совсем чужда зарубежной церкви. То есть, получается, здесь некий политический акт, то есть, как бы, чадо зарубежной церкви становятся лояльными, ну, допустим, к нынешнему российскому правительству. Вот как вот какую роль политика здесь сыграла? Вот могли бы вы немножко на эту тему? Я понимаю, что это немножко такая опасная тема, но вот сказать. Да, ну я постараюсь ответить, да, и как-то это прокомментировать. Ну, начну я с чего? Что все-таки там современная ситуация – это политология, а не история, и я этим как-то не хочу особо заниматься. Ну и не занимаюсь, да, относительно того, там, как сейчас современная иерархия контактирует с государственным руководством, как она себя ведет. Я думаю, пройдет некоторое время и будет много не менее интересных и не менее неприятных для кого-то исследований. Это вне всякого сомнения. Вот, но... Если мы берем, да, период там, сталинский, ну, понятно, что церковь была подчинена советскому государству и действительно выполняла роль такой структуры, которая прислушивает государству. И ну, фактически, почему зарубежная церковь, да, после войны относилась к Московской патриархии намного хуже, чем до войны. Потому что до войны все-таки понимали, что какое-то оказывается давление, видели гонимых, знали о массовых расстрелах. А вот после войны тут уже ситуация другая. Вот эта политика антирусская, антихристианская идет, но теперь вот встроили церковную иерархию вот в эту систему, и церковная иерархия говорит то, что нужно правящему режиму. И отсюда вот эта известная панихида по Сталину, да, эти все заявления митрополита Никодима, что только западный атеизм является грехом, а коммунистическое безбожие – это все нормально и терпимо, и прочее, прочее. Ну, это известное его октябрьское богословие, что революция как бы дополнила искупительную жертву Христа. Все это было, и поэтому зарубежная церковь и как раз очень резко и очень жестко и выступала против московской церковной власти именно в послевоенные годы, а при Владыке Филарете это достигло уже своего пика. И да, в этом отношении, ну что ж, тут остается сказать. Я вижу то, что Московская патриархия была встроена вот в эту атеистическую политику прежде всего вот двумя ядовитыми вливаниями. Первое вливание – это было вливание обновленческое, потому что, ну что ж, 30-е годы перебили весь стойкий епископат, как я уже говорю. А обновленцев, ну, их тоже, конечно, репрессировали, но у них больше было шансов выжить. И вот уже в годы Второй мировой войны они стали передвигать в московский патриархат, и доходило до того, что в некоторых епархиях бывших обновленцев было подавляющее большинство. Ну, вот мне, например, приходилось слышать, я информацию не проверял, сразу говорю, но вот приходилось слышать от специалистов, что в Крыму один только владыка Лука, воин Есенецкий, был священнослужителем, который никогда не отпадал в обновленчество. А абсолютно все его духовенство – это были вот вчерашние обновленцы,
которые писали на него доносы, понятно, все друг другу не доверяли. Вот либо там взять Кубань, где Василий Кожин, обновленческий епископ, в кавычках, был принят в московский патриархат, заново рукоположен и отправлен туда же на Кубань, уже там в монашество с именем Гермогена, над теми же священниками, которых он там давил и уничтожал в свое время. Там Сергий Ларин, тоже обновленец, по некоторым сведениям даже женатый обновленец, который тоже перешел в московский патриархат, ну, старый чекистский кадр, и тоже да, приняли его там простым монахом, но заново его рукоположили во всей степени. Вот это страшное ядовитое вливание в русскую православную церковь, и плоды этого вливания мы видим до сих пор. И другое ядовитое вливание – это вливание униатства. Потому что, ну что ж, у нас ведь Сталин, да, при Сталине, было открыто, да и то с огромным трудом, под давлением просто простых верующих, всего там чуть больше 1000 храмов. Это там да, говорят да, всякие пропагандисты и кликуши о каких-то десятках тысяч храмов, о там, покаянии Сталина и всем прочем. Но на самом-то деле Сталин возобновил гонения на церковь в 1948 году. И там много храмов позакрывал, и какие-то даже повзрывал, и не говоря о наших новых мучениках, которые пострадали именно вот в послевоенные годы, там, конец 40-х, начало 50-х годов, это целая масса святых. Вот, и, конечно, да, у нас вот это количество храмов-то образовалось откуда, да, 14 тысяч на 48-й год, не за счет открытых советским режимом, а во многом из-за того, что храмы эти либо вот там находились на западных территориях на период 39-40 года, за счет храмов, открытых немцами, там, румынами в годы оккупации, и при этом несколько тысяч храмов – это были храмы, которые насильно были переведены из униатства под страхом смерти. Ну, как минимум, там ссылки куда-нибудь на север или в Сибирь, фактически, очень часто это было смертельным приговором. И вот в результате русская церковь получила еще вот приток людей, которые были враждебны православию на самом деле. И эти тайные униатские приходы были на Западной Украине, упоминали римского папу, как известно. Конечно, слава Богу, что у нас было так много вот влившихся в русскую церковь украинцев. Там и немалое количество святых, там преподобный Иов Кундря, например, да, из Закарпатья, да, преподобный Амфилохий Почаевский, да, много-много можно перечислять тех вот старцев, выходцев из Западной Украины, которые хотя бы вот в 20-е и 30-е годы не были смяты этой сталинской машиной. Но, тем не менее, вот вместо того, чтобы сохранить униатство в каких-то формах, на Западной Украине, и жили бы они себе, и молились по-своему, и нас это не касается. Но вот они были насильно переведены в православие, ну а понятно, что ведь тут сложился перекос, на Западной Украине там по 200, по 300 приходов на область, а если мы берем там территории к востоку от Москвы, там уже Волга, Урал и так далее, там ну по несколько всего приходов, в некоторых там регионах по 2, по 3 храма, на целую область. Вот всего-навсего. Ну и понятно, что приток основной у нас шел именно с Западной Украины. И понятно, что появился и значительный процент вот этих вот тайных униатов. Ну а понятно, что все эти вчерашние обновленцы или тайные униаты, ну кого они могли воспитывать, кого они продвигали? Ну таких же подобных себе. Вот и все. Это, конечно, трагедия. Сколько мы будем изживать эту трагедию, это еще неизвестно. И вот, наверное, вот сюда ответ на вот вторую вашу реплику относительно современности. Ну, вот откуда вот эти наши нынешние проблемы. Потому что, ну, как-то привыкли государственной власти подчиняться во всем. Выгодно, невыгодно, главное руководству угодить. Ну, вот так вот, что мы имеем, что и то имеем. Ну, надеюсь, что будем это изживать, но это зависит от нас.
том числе, насколько мы это быстро живем. Вот, что могу сказать. Спасибо большое. Дорогие друзья, если у кого-то какие-то еще есть вопросы или комментарии, пожалуйста, сейчас самое время задать вопросы. Очень интересно, спасибо большое, Андрей Александрович, потому что одно дело, когда ты находишься в этой среде и слышишь самые разные мнения на самом деле, а другое дело, когда есть мнение, так сказать, человека со стороны, в каком смысле, то есть не погруженного в это, который может судить о каких-то исторических событиях на основе определенных исторических документов. Вы упомянули, что в вашей книге есть глава, посвященная отношению зарубежной церкви с мировым православием. Одним из аргументов при того, что общение между зарубежной церковью и другими поместными, или некоторыми грекоязычными, во всяком случае, православными церквями прервалось, было изменение календаря. Но календарь поменялся, опять же, в 23-м году. Когда было непосредственно прервано отношение, и есть ли какое-то оформленное заявление, то есть когда этот разрыв произошел, и чем он был формально обоснован? Спасибо. Действительно, отношения с поместными церквами стали особо ухудшаться именно при владыке Филарете Вознесенском. Такого документа, который бы разрывал вот эти отношения с той или иной поместной церковью, все-таки нет. И там до войны иерархия зарубежной церкви все-таки относилась к календарю намного спокойнее. Ну, известны слова владыки Антония Храповицкого, ну, правда, частные, но что лучше перейти на новый календарь, даже на новую пасхалию, чем устраивать раскол. Но это он говорил в обращении к Валаамскому монастырю, где из-за календаря были очень серьезные смуты. И есть там сведения, что даже сам владыка Филарет Вознесенский даже сослужил с румынскими клириками, хотя румынская церковь давным-давно перешла на новый календарь. То есть, конечно, видели в этом большую проблему, считали календарь отступлением, нарушением. Но, опять же, это же были люди вот еще до революционной закалки. А ведь известно, что там и до революции Синод там разрешал в качестве такой меры экономии богослужение по новому календарю для русских приходов, которые находятся на территории католических стран, например, в Южной Америке, в Северной Америке. И другой вот случай с Финляндией. Ведь в Финляндии там были свои законы, да, свой менталитет, и там, например, гражданский календарь отличался от общероссийского до революции. И праздники религиозные, они отмечались по западному календарю. И получалось так, что православным просто некуда было себя деть, когда уже у инославных закончился пост, они празднуют, а у нас пост все продолжается, и а когда придет, да, православный праздник, то это уже рабочие будни, и все равно в храм не пойдешь. Некоторые начинали там праздновать все равно с инославными и ходить в их храмы на такие праздники. И вот чтобы этого избежать, Синод все-таки принял такое решение, что в таких странах можно, да, и в Финляндии можно, ну, вот, служить и отмечать праздник, если это касается неподвижного календаря, служить по новому стилю. Вот, то есть, ну, все, конечно, это еще помнили, это знали, потому-то и достаточно спокойное отношение в довоенные годы, и даже вот, как мы видим, до владыки Филарета это тоже донеслось, если он с румынами сослужил. Но вот постепенно вот на него влияло окружение, этот архимандрит Пантелеймон Митрополос, да, такая трагическая фигура, которая очень сильно влияла на владыку Филарета. Ну, а сам он как-то вот и вырос в этом православном маньчжурском оазисе,
какой-то широты он тоже не имел, ну и какого-то должного образования, в том числе академического, тоже не имел. И вот так и получилось. Тут еще другой ревнитель, отец Георгий Граббе, оказался там чуть ли не серым кардиналом в русской зарубежной церкви. Вот так вот все вот это вот и поползло в сторону того, что только там представители старостильных структур объявляли там истинно православными. Ну, как объявляли? Ну, на форумах, на конференциях, в соборных выступлениях, и поэтому, да, были решения о создании иерархии там для флоренитов, для матфеевцев в Греции, ну, а позже уже там с болгарской, румынской церковью объединились. Но вот это, думается, вот все как-то вот тоже нужно смотреть в совокупности. И вот такой излишний, часто непродуманный экуменизм поместных церквей, да, влияние на владыку Филарета вот таких ревнителей. И, да, ну что ж, все-таки тут, знаете, как-то успокаивает и радует, что на официальном уровне зарубежная церковь не заявляла о безблагодатности новостильных церквей, официально отношения тоже ни с кем не разрывала, в том числе и о Московской патриархии она тоже как о безблагодатной на соборном или синодальном уровне не высказалась. Ну вот так, просто слишком много прошло времени после вот этого печального разделения, и в зарубежной церкви восторжествовали вот такие зелотские силы. Чем я могу объяснить эту проблему? Уважаемый Андрей, да, Александрович, именно тому, что вы только что сказали, вы просто предугадали мой маленький комментарий. Абсолютно, слово в слово. Я хотел поделиться своим личным опытом, разговором из таких последних, наверное, ревнителей, живших еще. Это старейший архиерей зарубежной церкви, владыка Антоний Сенкевич, епископ Лос-Анджелесский. Он как раз был наибольшим таким как бы вот ревнителем и непризнателем Московской патриархии, но в одно время он был моим духовником, я был очень к нему близок, и я его спросил просто откровенно, потому что он как, вот, как старец, он может любой вопрос задать, и он всегда честно отвечал. Я его спросил: «Владыка, как вы думаете, Московской патриархии нынешней есть благодать или нет?» И вот в лицо спросил, он задумался, и потом с такой большой печалью мне сказал: «Я думаю, что, наверное, нет». А потом увидел мое испуганное лицо, говорю: «Владыка, а много ли архиереев нашей церкви думают так, как вы?» И вот самый интересный момент. Тут он улыбнулся, перекрестился и сказал: «Слава Богу, кажется, я единственный». Mm-hmm. То есть это ну, как бы старейший архиерей, он был старше по хиротонии даже, чем на то время митрополит Виталий Устинов. То есть не Устинов, да. Да, даже чем владыка Виталий, да. Вот то, что его именно, что я, кажется, слава Богу, единственный, вот меня это вот очень поразило. И другое, что он сказал, это еще было задолго до того, когда начинались разговоры о возможном объединении. Он сказал, что у нашей зарубежной церкви, по моему мнению, без России будущего нет. То есть если мы не объединимся, если не будет признания с Россией, у нас будущего не будет. И это было сказано, наверное, в году 87-м, мне кажется, вот так вот. Где-то в году, наверное, 86-м, либо, скорее всего, 87-м. Вот просто вот маленькое, что я хотел добавить. Спасибо. Да, спасибо большое. Ну, конечно, тут можно и вспомнить святителя Иоанна Максимовича. Я тоже там вот привожу в одной из там старых книг, не в этой, его разговор с Кольцовым Масальским, где тот спрашивает, можно ли исповедоваться священникам Московской патриархии, если известно, что они сообщают то, что слышат на исповеди в советские спецслужбы. Святитель Иоанн сказал, что
лучше у них не исповедоваться. А на вопрос о благодати таких священников владыка Иоанн все-таки ответил утвердительно, что благодать все-таки есть. Но мы знаем, что и там, святые отцы в древности говорили, что недостоинство священника на благодать не влияет. И поэтому, ну что ж, конечно, все это очень грустно и печально. Там, да, знать, находить информацию о сотрудничестве того или иного клирика с безбожным режимом, о таких недостойных поступках. Но что ж, я думаю, это вот послано нам как искушение такое, чтобы оставаться в церкви. Что ж, первым христианам, да, чтобы отречься, их там пытали, мучили, убивали. А вот у нас такое искушение более духовное. Вот наблюдать такие неприглядные вещи, не иметь возможности очень часто сделать что-то, и при этом все-таки оставаться в церкви. Надеюсь, нам это зачтется. Спасибо. Так, отец Андрей опять поднял руку. Да, отец Андрей. Да, я хотел бы воспользоваться вот этой паузой и пригласить всех здесь присутствующих на следующую презентацию Андрея Александровича, которая, Бог даст, будет в Белграде по ссылке, которую я посылаю здесь. Так что у нас будет конференция, посвященная столетию Русской зарубежной церкви, именно не просто исторический момент, но мы надеемся тоже как-то через эти доклады увидеть перспективы. Так что если вы найдете время к нам присоединиться онлайн, то мы, конечно, будем рады. Спасибо. Отец Андрей, мог бы ты, пожалуйста, послать это не в Zoom, а мне, скажем, через мессенджер, чтобы я разместил это под записью нашей встречи, чтобы все, кто будет заинтересован, могли бы присоединиться. Спасибо, спасибо. И Андрей Александрович будет как раз его анонсировать выступление. Тоже он первопроходец, потому что он пишет о коллизиях, то есть говорит о коллизиях между мирянами и иерархичностью зарубежной церкви, потому что я сейчас пишу доклад до этой конференции, и у меня отправной повод, то есть отправная точка, то, что Андрей Александрович в своей первой монографии, он как раз указывает о переформатировании нашего церковного управления, когда было оставлен компонент с участием мирян и клирика, Высший церковный совет, и появился синод, который существует до ныне. Вот именно на это реагировали миряне в 50-е годы, и его выступление будет посвящено вот этой теме. Замечательно. Спасибо большое за приглашение. Андрей Александрович, еще раз от всей души хотел поблагодарить вас за ваше участие. Я надеюсь, что вы найдете возможность как-нибудь побывать еще у нас, вот, чтобы не сильно отнимать ваше время, но в тот же самый момент хотел сказать, что эти встречи необыкновенно важны и пользуются популярностью. Те темы, которые мы поднимаем, они, конечно, довольно актуальны и, наверное, принесут много пользы нашим слушателям. Поэтому я хотел всей души поблагодарить вас и всех наших участников и надеюсь на новые встречи. В ближайший четверг у нас тоже будет встреча, мы поговорим об истории лютеранской церкви, лютеранской деноминации на территории Российской империи, потом Россия, СССР и России. Вот. А на следующей неделе или анонсы следующих встреч будут опубликованы у меня на страничке, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, мы продолжаем наши образовательные встречи. Очень надеемся на ваше присутствие и участие. Всего самого доброго, всем здоровья. Большая благодарность за ваше время и всего самого доброго. Илья, спасибо за организацию и за вот эту встречу. Большое спасибо за труд. Большое спасибо. Большое спасибо. Очень рад возможности выступить. Ну и готов принять участие в следующих семинарах, так что приглашайте. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания.